Марсин Лазарс! Ну что ж, главное событие сегодняшнего вечера, сегодняшней программы – Марсин Лазарс против Ивана Штыркова. Марсин Лазарс – опытный польский боец, ему 35 лет. У Марсина Лазарса, причем побеждал он, например, по очкам человека, которого побеждал также Иван Штырков, это бывший чемпион UFC Рико Родригес. В ноябре 2015 года проиграл Полу Крейгу, шотландцу, Марсин Лазарс. Затем было поражение на турнире Ахмат 17 от Максима Гришина. Марсин Лазарс. Вот Иван Штырков! У Ивана Штыркова и Иван проводит первый поединок в этом году. Начал карьеру профессиональную в июне 2015 года. Ну, среди пройденной оппозиции Рико Родригес, Антонио Силва, тот самый Бигфут. Уважаемые дамы и господа, представляю вам соперника Марсин Лазарс! Его соперник в красном углу Иван Штырко! Fight amazing. If you wanna touch gloves, do that and go back to your corner. Good luck in your fight. Боец достаточно осторожный. Левый прямой или правый прямой. И тут же этому Ивану не стоит лететь вот так вот, сломя голову. Попытка лоу-кика от Ивана захватить ногу, но мы видим клинч у нас у сетки. Так, резко сработал Лазарс. Хорошая атака от Ивана. Попал он правый боковой. Да, очень опасно встречал тут снизу так Лазарс. И вот смотрите, переводов пару со стороны Лазарса. Непосредственно. Вот нужно разрывать дистанцию, наверное, Иван, вот как сейчас. Но, с другой стороны, Лазарс может и умеет работать на дистанции. Вот опять, смотрите, идет Ваня вперед. А вот и попытка прохода в ноги со стороны Ивана Штыркова. Да, и пытается нанести несколько ударов. Хорошо, сейчас коротко ударил слева Иван. Была попытка броска. Боковые от Штыркова. Бэкфист от Ивана Штыркова. Хорошо попал сейчас слева Иван, но показывает. Еще один удар с разворота. И Лазарс практически всегда вот так. Попал Иван. Да, Марчин. Иван Штырков на мощное, точное попадание. Хорошее, да, хорошее сейчас. Вот он на нем. Улетает у Штыркова на дистанции. Хайкик от Ивана Штыркова. А вот здесь хорошо достал слева боковым. Навстречу причем бил. Обоюдно пошли бойцы. Первый раунд позади. Где-то дерни правее, где-то дерни провали его. Он ждет тебя, он навстречу пытается пойти. Вань, он на борьбу на... Give me a towel. Come on. You okay? Марсин Лазарс, Иван Штырков. У него вечер из Челябинска. Иван Штырков, Россия. Попытка Штыркова. Я так понимаю, да, Штырков делает, пытается сделать.
говорите, пытается сейчас Лазарс. Лазарса навстречу. Хорошо поймал сейчас на контратаке Иван. А вот здесь можно было бы по корпусу. Ситуация. Вот хорошо, на выходе, да, попал на выходе сейчас Иван. И мне кажется, так немножко потряс он Лазарса. Добивание. Попытка была Лазарса перевести. В хорошем положении оказывается в данный момент Иван Штырков. И время, еще... активность Ивану, точное попадание локтем. Еще одно от Ивана. Боец вяжет, не дает работать. Пытается встать. Ну, смотрите, как сбрасывает он Штыркова. Стойки, оба бойцы поднялись. А здесь Штырков не дал. Опа, Марчин Лазарс. Но пытаться перевести Штыркова. Либо Штыркову удастся разобрать. Раунд закончен. Бойцы расходятся на перерыв, да. Coach is out. И у нас заключительный, третий раунд. После второго раунда у Ивана Штыркова, но еще ничего не решено. Я думаю. У Лазарс. Опа, какой апперкот сейчас. И тут же в ответ ударил справа. А здесь хорошо попадает. Хорошо попал Иван. Попытка тейкдауна со стороны Штыркова не удается. Успевает отбросить ноги и защититься. Но Лазарс практически вообще ничего не делает уже. Пошел было поляк вперед. Ну, в принципе, хороший, хорошо попадает, да, количеству ударов. Хорошо снова попадает, да, попадает сейчас Штырков. А вот здесь навстречу, по-моему. Хорошо попадает. Ну, не хватает его на повторную атаку уже. Смотрите, так очень... Уже не первый раз опасно так. Хорошо попадает Штырков и добавляет хороший, удар, да, удар с разворота. Хорошо попадает, показал боковым. Справа попался. Вот пошел вперед Лазарс сюда. Но пропустил при этом. Вот опасность сейчас, ответил поляк. И все. Ждем. Иван Штырков, ну, кто бы сомневался. Единогласным решением судей, да. Хочу сказать спасибо всем, без кого этот вечер бы не состоялся. Режиссер поступил.